Сегодня 18 января. Доброе утро. Доброе утро. Кстати, iPhone видно в камере, нет? Видно, да? Ну пусть это будет мой фирменный знак. Как вчера дети смотрели в машине «Один дома», и там были два вора, которые оставляли всегда в домах включенную воду. И говорили, это будет наш фирменный знак. Мы будем как мокрые бандиты. И прикол в том, что когда я не смотрел этот фильм, когда полицейские их поймали в конце, они говорят, спасибо, что вы везде оставляли воду. Теперь мы знаем точно, что это были вы. Так вот, это будет фирменный знак. Но все новости в айфоне. Так что давайте, что у нас произошло на первой после новогодней недели. Состоялся конкурс «Знай свою прибыль». Очень важный конкурс для партнеров. И Светлана Медведская ведет... Что такое ведет БС? Бэбисофт. Ведет Бэбисофт и знает свою прибыль. Ее прибыль за декабрь составила около 400 тысяч рублей. Ну, около, кстати, очень немножко смущает. Песню выдала, да, что такое около? Вот это как-то... Мы попросим Оксану песню написать. Около тоже. Это 390 или 310? Ну, хорошо. Около 400 тысяч рублей. И Светлана Медведская награждается месяцем без роялти. Но все-таки давайте точную цифру сообщим, а сейчас можно... Сегодня стартует онлайн обучение тренеров, которые будут вести рожденные с характером в клубах. 24 человека начнут учиться. С 23 января у нас стартует обучение специалистов. И напоминаю, что с этого года у нас условия для обучения педагогов у нас двойное. Это утвержденный кандидат и отсутствие долга по роялти. Здесь же сразу, кстати, хочу сказать, что у нас принято решение, что больше никаких просрочек, отсрочек по роялти в 2016 году не предоставляется. Следующее. 1 февраля у нас стартует MBA для партнеров. Это наш интенсив. Сейчас он уже становится 8-дневным. В него включен один день критического мышления, который ведет лично сам Оскар Бренефье, профессор критического мышления из Парижа, Франция, на английском языке. Поэтому теперь оно на один день больше идет и в два раза полезнее. Ты не пугаешь, что на английском языке там переводчик есть. Там будет переводчик, утвержденный переводчик на русский язык. Но, тем не менее, для тех, кто английский знает, иногда полезно слышать и на английском, иногда слышать два раза. Так, представляем вам нового офис-менеджера, Леся. Леся, иди, выходи. Леся Тимоходская. Давай, выходи, пусть тебя все посмотрят. Леся, новый офис-менеджер. Добро пожаловать! Спасибо. Дни рождения мы в конце озвучим. От кураторов новости. Количество клубов в сети сейчас 245, на запуске 73, в поддержке 172. Но на запуске 73 это у нас с учетом отсроченных франшиз. По-моему, сейчас у нас на запуске находится порядка 35, кажется, клубов, которые уже нашли помещение. И уже... Лен, заходи, заходи. Ничего страшного, заходи. Которые уже нашли помещение и готовятся непосредственно к открытию. То есть нас в ближайшие полгода ждет примерно темп открытий 2 клуба в неделю. И здесь есть открытие, которое на прошлой неделе у нас состоялось? Лена Иванова, Нахимова, Москва у нас открылась уже на прошлой неделе. Вот так мы уже ударно выходим с праздника. И Лешенко, Лешенко, да. А я только праздник клуб про открытие получил. Лешенко. Да. Ну вот она только сегодня. Она сегодня. Так, про собеседование. Проведено 58 собеседований, одобрено на обучение 11 человек. То есть примерно 1 из 6. Это где-то 15-16%, чуть выше, чем наш такой самый жесткий процент был в районе 7% одобренных. Но по-прежнему у нас одобряется меньше, чем 1 из 10. Хотя нет, я неправильно посчитал. 11 из 58 это 1/5, это 20%. Это 20% одобренных. Так. По тренингам запуска, по встречам с партнерами 22 встречи. По оценке педагогов в онлайне 10 педагогов кураторы оценили онлайн.
По методикам в Мегаплане выложены конспекты января по изучению репродукции музея, и к концу января появится конспект февраля. Ведется обучение реестра обученных педагогов с начала франчайзинга по всем клубам. Мы будем сейчас составлять один большой реестр. И здесь же, кстати, в том числе и к франчайзи обращаюсь, что у нас сейчас мы ищем человека на позицию HR-директора. У нас до сих пор в компании нет HR-директора. Вот. Но это не значит, что этой функции не было, просто она была распределена среди руководящих менеджеров. Но мы сейчас хотим все-таки, чтобы один человек был точкой сборки. Поэтому, если у вас есть кандидаты на HR, чем надо будет заниматься? Вкратце, это 200 плюс клубов, это 600 плюс педагогов-специалистов, это больше 1000 помощников. Нужно будет это свести все в единую базу и всем этим управлять. По педагогам, по группе ВКонтакте. Мы увидели, что она живет не такой активной жизнью, как мы задумывали. И мы делаем сейчас такое предположение, что это из-за того, в том числе, что в ней состоят партнеры. Мы хотим сейчас очистить, развести группы. То есть партнерская группа у нас будет только в Фейсбуке, а ВКонтакте будет только группа для педагогов-специалистов. И мы будем все-таки более активно, чтобы она жила своей жизнью. Я думаю, что, конечно, мы будем делать определенные саммари того, что делается в этой группе, давать обратную связь партнерам, но, естественно, обезличенно, без указания имен, фамилий, городов, таким образом, чтобы... И ведущая группа будет Лена Щедрина. Да, ведущая группа Лена Щедрина, она уже это сделала, уже вычислили всех партнеров, да. Все. Так, что у нас в управляющей компании? Состоялась большая встреча по отделу контроля качества на прошлой неделе. Отдел контроля качества у нас возглавит Катя Гусь, все ее знаете. Мы будем составлять матрицу каналов и точек контроля качества. Будет большая работа, и я думаю, что к концу этого года мы будем многоканально и многоситуативно контролировать клубы разными путями. Это будет и самопроверки, и взаимопроверки партнеров и партнеров, и проверки от управляющей компании напрямую, и проверки с помощью клиентов, и проверки с помощью независимого тайного покупателя. Поэтому цель всего этого упражнения только одна, чтобы мы все стали лучше, чтобы мы стандарты еще более выравнивали к одинаковости, которая должна присутствовать в сети, когда на самом деле нет разницы, в какой идти клуб, и выбираются клубы только из-за географии, а не из-за конкретного педагога. Теперь новость про софт. Переход на новый софт предполагается, что состоится 1 апреля 2016 года. Старый софт у нас называется BabySoft. Новый софт у нас предположительно будет называться BabyClub IS, информационная система. Предположительно мы сделаем этот переход 1 апреля. Скорее всего, дадим некий transition period, может быть месяц или два, может быть даже три, когда можно будет работать и в старой, и в новой системе одновременно. Но проблема сейчас, которую мы видим, состоит в том, что мало кто из партнеров принимает участие в создании окончательного интерфейса нового софта. Сейчас пока вот прям активных участников 5 или 6 из почти 200 партнеров. Поэтому я призываю сейчас всех тех, кто не давал еще свои рекомендации, свои фидбэки. Есть Катя Гусь, которая организовывает эти встречи. Вот у нас ближайшая встреча начнется сегодня, по-моему, в 12 часов будет. В 11 часов идет внутренняя, в 12 часов будет у меня с разработчиками встреча. В общем, есть ритм встреч, можно к ним подсоединиться, поучаствовать, узнать, в каком состоянии находится разработка. Кстати, управляющей компании это тоже касается. И высказать свои рекомендации и пожелания, чтобы в будущем не возникла ситуация, когда мы говорим, а вот здесь не хватает того, а здесь не хватает этого. В общем, будьте активными для того, чтобы софт был потом вам удобным рабочим инструментом, для того, чтобы легче и эффективно делать вашу работу. Сегодня выйдет в свет 20-й выпуск видеокурса «Я уже читаю». Он появится в партнерской группе и в педагогической ВКонтакте, и на нашем канале на YouTube также он появится. Вы знаете, что мы выкладываем в открытый доступ то, как мы ведем занятия, для того, чтобы их могли видеть все ваши педагоги, родители и так далее. По новостям последующим. Сегодня мы консультировали, не буду говорить, какую компанию, чтобы сохранить тайну переписки, но это одна из дружественных нам франчайзинговых сетей, работающих в сфере общественного питания. Сегодня вот у нас с Настей с утра была встреча здесь, неподалеку в нашей любимой забегаловке, названной именем великого русского поэта.
Вот, мы консультировали, так как наши успехи прошлого года по... Напомню, что мы закрыли 70 сделок в прошлом году по франчайзингу. Кстати, здесь можно похлопать еще. Вот. И на этот год у нас план 101 сделка, то вот ребята обратились с помощью, мы их сегодня консультировали на тему, как строить деятельность отдела продаж. И, кстати, здесь тоже можно будет, сейчас еще два раза можно будет хлопать, так что готовьтесь. Во-первых, у нас 11 января был день рождения руководителя управления франчайзингом. Вот. И во-вторых, вот эта вот надпись за моей спиной «Ушла рожать сына», она осуществилась. Какого числа это было? 28. 28 декабря Настя у нас родила сына Ростислава. Запланировано, так как она все, в общем-то, и любит делать. Поэтому уйдя надеемся... в пятницу в пол первого ночи домой с работы, а в понедельник родив ребенка. Вот, я думаю, было слышно, да. Ну, давай, выходи. Ну, можешь даже вот да. крупно встать, вот здесь, крупно встать и сюда встать. В пятницу ушла пол первого с работы, в понедельник родила, и сегодня очередной понедельник, и я уже с вами. Да, и в форме. Вот. Да, вот. Спасибо. Так, у нас январь потихонечку начался. Если за прошлый весь январь у нас была 121 заявка на франшизу. 101 заявка на франшизу пришла за весь январь, то здесь за половину месяца уже 150 заявок пришло. Так что мы видим по-прежнему, что мы продолжаем пользоваться спросом. И будем, естественно, что мы будем с этими заявками делать? Мы будем их жестко фильтровать для того, чтобы отбирать для нас самых лучших партнеров. Мы возобновляем сейчас поиск сейлзов, ловцов, наших менеджеров по продажам. Так что у нас есть одно вакантное место еще в отделе. В общем, если есть у кого-то рекомендации, то давайте нам знать. Вчера, в воскресенье, мы с Сережей, ну точнее Сережа, а я был у него на таком, на подхвате, да. Сергей, руководитель юридического нашего управления, вчера была съемка для Матч ТВ. Вот, напомню, что... Сережа пробежал уже два марафона, имея при этом сахарный диабет. И такой как бы, ну, нетривиальный случай заинтересовал телевизионщиков, поэтому вчера был репортаж. Сергея вчера снимали, я вчера был на подсъемке, так что скоро он выйдет на экран. Когда вы это не сказали? Через месяц. Через месяц. Ну. Кстати, как все, что выходит в свет в виде в каком-то сконцентрированном, оно готовится достаточно долго. Вот, когда мы видим с вами производство какого-то телеканала, ленту каких-то передач, нужно понимать, что за каждым там, 5-минутным репортажем стоит какой-то там 3-часовая съемка, потом там 2-часовой или 3-часовой монтаж. И так же, как то, что мы с вами выпускаем в свет, это также иногда, и, ну, и всегда даже, очень долго готовится внутри. На этой неделе у нас два внешних мероприятия. Пройдет круглый стол, организованный вместе с агентством стратегических инициатив. При правительстве Москвы это круглый стол о женском предпринимательстве, Женя принимает в нем участие. И возможно, что следующий день по результатам этого круглого стола будет отдельное заседание, может быть, даже первое лицо государства будет принимать там участие. И я на этой неделе, в среду, я буду одним днем на крупнейшей образовательной выставке BET, она проходит в Лондоне, для того, чтобы погрузиться в контекст того, что нового произошло за год. Я был там год назад, очень много оттуда год назад привез материалов, не успев их разобрать, кстати, вот к вопросу, как быстро летит время. Год прошел, а пачка прошлогодних материалов BET у меня лежит неразобранная. Но вот сейчас я хочу сделать упражнение, уже новые материалы, и посмотреть за год, что-то все-таки поменяется или нет. Потому что в прошлом году очень много было про интерфейсы, и мало было про контент. Контент – это то, чем мы как раз славимся, то чем, в чем мы и уникальны. Так, а теперь дни рождения. Так, у нашего куратора Елены Кишениной был день рождения. У нас мы уже хлопали, и у партнеров, у Галины. Я сразу так оптом перечислю все дни рождения января, и можно будет потом им всем оптом и одновременно и похлопать. У нас были дни рождения у Галины Хайрулиной, у Алексея Полякова, у Галины Кулешовой, у Елены Драгуновой, у Евгении Богомоловой, у Яны Опенышевой, у Ирины Соколовой, у Елены Фоминой и у Юлии Баскаковой. Давайте похлопаем. Отдельно хочу поблагодарить братьев Поляковых за их открытость в подготовке к ультрамарафону, которая
они ведут в этом году. Вот Леша выложил в Фейсбуке, что он уже пробежал с 10-килограммовым рюкзаком час или полтора по рыхлому снегу. И описательные его эмоции после этого я не могу передать, потому что они все состоят из непечатных слов. Поэтому я сказал, ребят, я вас предупреждал, вы мне не верили. Поэтому, пожалуйста, уважаемые партнеры, верьте тому, что вам говорит управляющая компания. Спасибо.